Всем привет! Чтобы человека любили и уважали, он должен сам проявлять такое же отношение к себе. Но как это сделать, если человек не уверен в себе? Нужно четко понимать, что уверенный в себе человек обретает душевное спокойствие. Он понимает, что в той или иной ситуации он справится с проблемами и исправит все ошибки. Но откуда берется уверенность в себе и как ее приобрести? Про это в сегодняшнем видеоролике. Распространенной причиной неуверенности в себе является обычный банальный страх. Например, страх перед принятием трудных решений, а также страх перед ситуациями. На сегодняшний день это одна из самых известных причин неуверенности людей. Причина такой неуверенности кроется в гиперопеке родителей в период взросления. Человек просто привыкает к таким тепличным условиям, и ему очень трудно и тяжело найти свое место в реальной жизни. В такой ситуации нужно просто начать самостоятельную жизнь, переехать в другой район, область или даже страну, и после этого жизнь точно наладится. Тогда придется самому принимать трудные решения, решать свои проблемы, и с опытом придет уверенность в своих силах. Следующим вариантом может быть недостаток любви, поддержки, а также помощи. Существуют такие семьи, в которых ребенок становится губкой, которая впитывает все проблемы и выдерживает на себе негативные эмоции близких. Родители могут обижать ребенка, все время говорить, что он недостоин хорошей жизни, что он уродливый, криворук и массу других форм унижения. В такие моменты у ребенка формируется негативное видение себя, и иногда оно остается с ним на всю жизнь. Он чувствует себя недостойным общаться с друзьями, побеждать на конкурсах и многое другое. Родители никогда его не хвалят, а всегда требуют, требуют и еще раз требуют. И даже если у ребенка что-то получается, он не воспринимает это всерьез. Таким людям сложно по жизни, но если они хотят обрести уверенность в себе, то стоит найти из своего окружения небезразличных людей, которым человек действительно будет нравиться. Другой вариант – это попытаться избегать людей, которые пытаются снизить самооценку различными словами и поступками. Необходимо максимально отдалиться от таких людей. Если есть чувство неуверенности в себе, найдите причины и боритесь с ней, научитесь любить и уважать себя, и тогда точно у вас все будет очень хорошо.